ВСС. Вот это, ну, мне было 25 лет, и тут вдруг опять то же самое. Это очень сильно ощущение. Это наш сын. Иду на выборы для того, чтобы Россия стала мирной и свободной страной. Страной, в которой людей не сажают в тюрьму за убеждения. Просто, что я остался один кандидат из всех, которые участвуют в выборах, который критикует политику президента Путина последовательно и который выступает за прекращение специальной военной операции, за восстановление нормальных отношений с Западом, вот, за то, чтобы санкции исчезли постепенно и так далее, и так далее. Я такой один остался. Я считаю, что если Путин даже выиграет выборы, но я займу второе место, это будет абсолютно другая страна. Это будет совершенно другая страна, потому что придется считаться со мной, а я буду не сам по себе. Я буду человек, которого поддержали десятки миллионов людей. С этим невозможно не считаться.